Украина, это кто-то будет брешить или так далее, и тому подобное. Нет, Украина наша. И кто-то сказал, этот, вот сейчас певца убрали уже, вот это подонки, самые наивысшие подонки. Нашего певца убрали, который при Союзе мы его слушали. Этого певца. У нас последнее все забирают при Союзе. Зачем это так делать? И что, сейчас супермаркеты ставят и так далее, и тому подобное.